Итак, после того, как ты зашел в ислам, что ты сделал? Валлай, после того, как я зашел в ислам, я очень полюбил ислам. И я зашел в ислам, и как это называется, какой... глаза прислезились, то есть я плакал, да, плакал. То есть я очень полюбил ислам, потому что нашел спокойствие в сердце, когда зашел в ислам. После того, как я зашел в ислам, я почувствовал себя как бы полноценным. То есть как будто бы тело, сердце, душа, все перевернулось. Да.